Привет, мои дорогие! И опять с вами Таня. Сегодня в этом кратком видео мы пробежимся, как открыть счет в Hotmail. В принципе, все примерно одно и то же. Ну, я вам покажу по шагам, как это сделать. Значит, вводите в браузере hotmail.com или просто в Google Hotmail, да, и вам выйдет вот Outlook, да, или Hotmail Microsoft. Сюда. Значит, у вас выйдет вот такая вот, наверное, шапочка, да? И, значит, здесь пишется... Вот, вниз прошлись и нашли. Don't have Microsoft account, sign up now. Значит, у нас этим создать. Чтобы вам было легче... Давайте я сразу поставлю на русский язык. Вот здесь где-то есть языки. Вот, видите, вот здесь вот. И я выберу русский язык, чтобы вам было легче. Увы, я только говорю на русском или на английском. Немножко на греческом. Так что будем общаться пока что на русском. Итак, сейв. Создание учетной записи. Ну, все легко, в принципе, как легче пареной репы. Создание учета. Итак, давайте вводим. Фамилия первая. Так, вы знаете, я буду открывать это на компанию. Значит, я буду вводить для компании. А вы вводите свое. Так, создать адрес. Кипр Лайф. Видите, уже кто-то пользуется. Но смотрите, какая тут фишка. В принципе, если я оставлю вот так, значит, во-первых, эта электронная почта уже занята. Вот, значит, здесь у меня есть опция выбрать или Outlook, или Hotmail. Мы говорили, что мы открываем Hotmail. Значит, я выбрала Hotmail, и вот такой у меня будет email. И он доступен. Отлично. Сюда вводим пароль. Еще раз его вводим. Страна. Так как я проживаю на Кипре, я ввожу Кипр, а вы вводите свою страну. День рождения. Ну, здесь не обязательно все точно. Ну, давайте запишем. Так. И адрес запасной... электронной почты. Ну, вот это вот я делаю, в принципе, что я не сделала в прошлом видео. А вот сделаю здесь. Потому что они высылают вопросы. Здесь нужно ввести вот эти вот символы. Отправить мне специальное предложение, но, значит, они будут высылать. Нет, мне не нужно. Значит, я создам учетную запись. Чтобы не входил за человека в Кипр. Отправить код. Значит, мне сейчас отправят код на телефон, как всегда. Где мой телефон? Вот я получила... Так, и ввожу. Создать учетную запись. Вуаля! Готово. Заходите. И все. Вот здесь создать. Вот здесь настроить. Видите? Все, в принципе, просто. Вот, здесь папки создаются, и, ну, как во всех почтах. Ну, вот так, сегодня мы это рассмотрели. Оставайтесь со мной, в следующем видео я вам покажу следующие фишки. Пока-пока, а пока что с любовью к вам, Таня.